Всем привет! Дядя Юра делится своими мыслями на ответный матч квалификационного раунда Лиги Чемпионов между клубами «Шериф» и «Зринский». Информация будет полезна пользователям, которые привыкли думать своей головой, а не слепо следовать советам других. Посмотрим на статистику первого очного матча, который закончился без забитых голов. Игра была достаточно скучной, практически без опасных моментов и точных ударов по воротам. Логично, что она закончилась без забитых голов. Последние матчи команд. Зринский не проигрывает в последних 12 матчах. В последних 4 выездах Зринский забивал по 2 гола. Шериф без поражений в последних 11 матчах. В последних 3 играх Шериф не пропускал. Прогноз на исход матча. Первая игра показала, что Шериф — это уже не тот Шериф, который год назад обыгрывал будущего обладателя Кубка Чемпионов. Немножко непонятно, почему дали такой низкий коэффициент на победу хозяев. Никто не спорит, что Шерифу вполне по силам обыграть Зринским, но большой уверенности в этом почему-то нет. Тут уж лучше брать плюсовую фору на гостей. В этой паре, похоже, все может решаться в серии пенальти. Тотал голов. Если исходить из увиденного в первом матче, очень сложно представить, как ответная игра может получиться результативной. Цена ошибки для обеих команд высока, команды примерно равного класса. Логично ждать, что никто вперед бежать с шашками на голо не будет. По такой игре гол может случиться разве что случайно. Обе забьют, да нет. Несмотря на то, что у Шерифа идет длинная нулевая серия, она имеет все шансы продлиться еще на один матч. Та из команд, которая первая забьет гол, если таковой будет вообще, наверняка бросит все силы на удержание своего преимущества. И при том атакующем потенциале, который показывает сейчас Шериф и Зринский, пробить массированную оборону соперника равного класса будет очень сложно. Подводим итог. Ожидаемый вариант на этот матч — тотал меньше 2,5, коэффициент 1,65. Оптимальный вариант — не проигрыш гостей, коэффициент 2,20. Доходный вариант — ничья, коэффициент 3,62. На этом все. Дядь Юра верит, что у вас все получится. Всем оптимизма и удачи. Будьте здоровы.